Здравствуйте. Как цветут кактусы? Однажды я увидела фотографию в интернете цветущего кактуса и загорелась вырастить себе как можно больше их. Сколько может мне позволить площадь жилая? Задумано, сделано. Закупила я семена через интернет. Посеяла маленькие семянки в землю и вырастила кактусы. Растить их долго. За один год цветения, ну, можно добиться, если только прививать на перискиопсис. Иначе нет. Не добьешься цветения. Чтобы кактус у вас всегда цвел, ему необходимо делать зимовку. Зимой должны содержаться кактусы в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. Абсолютно не поливаться. И весной, в зависимости от вашего региона, когда у вас наступает весна, вот у нас только вот сегодня более-менее тепло, да? Сказать, сегодня у нас 10 мая 2018 года и первый солнечный день за несколько недель. А кактусы у нас цветут. Я поливала 2 недели назад кактусы. Вот. Вот такой гимнокалицум. Это тоже гимнокалицум, который цветет сейчас. У него есть 2 детки. Это астрофитум зацвел. Сегодня вечером распустится вот этот цветочек. И вот этот эхинопсис. К сожалению, эхинопсисы недолговечно цветут. Только ночью раскрываются и утром обычно увядают. Это продолжает цвести все мамиллярия. Вот такой красивый коричнево-зеленый цветок у эхиноцереуса. Вот такой вот цветочек, но он раскроется к вечеру, уже несколько дней раскрывался. Вот. А так он белый внутри. Это, как сказать, внешние лепестки, они зеленоватые с полоской посередине. А так цветок сам белый внутри. Через пару дней расцветут вот этот эхинопсис. Видите, уже у него цветоносы какие длинные. В общем, эхинопсисы недолго цветут, но это зрелище стоит того, чтобы потратить свое время и понаблюдать. После пересадки вот этот кактус так и продолжает растить свой корень. Я думала, что он остановит его растить. Нет, все продолжается. Но будем наблюдать, посмотрим, что с ним будет происходить. В принципе, кактус неплохо выглядит. Еще один вот у меня есть эхиноцереус, который цветет зелеными цветочками, зелено-желтенькими, больше даже зелеными. Чем мне нравятся эхиноцереусы? Тем, что у них пестики изумрудного зеленого цвета. Очень красивые. Вот этот кактус у меня расцвел недавно, первый раз, очень долго рос. Посмотрите, какая красота. Красота. Это гимнокалицум. У него очень большие колючки. По-моему, ферокс называется. Вот такой вот. Посмотрите. Посмотрите, вот у этого эхинопсиса какая короткая ножка. И он уже собирается раскрыть бутон. Я думаю, через некоторое время мы увидим цветение, через пару дней. Есть и такие у меня кактусы, совсем простые, первые, которые покупались.
А также цветет у меня петуния уже дома.